Чуть больше месяца осталось до открытия любимого многими жителями Чувашии Чебоксарского международного кинофестиваля. В этом году праздник кино стартует 20 мая. Название конкурсных картин пока тайна за семью печатями. Художественный руководитель кинофестиваля Сергей Лаврентьев в ходе пресс-конференции с журналистами отметил, что большинство фильмов 6-го Чебоксарского фестиваля вряд ли когда-то появятся в широком прокате. Их можно будет увидеть только в Чебоксарах. Когда ты приходишь, то садишься, и медленно гаснет свет, и начинает вот что-то, оживает белый полотно экрана. Вот это, вот напомнить людям о том, что есть кино настоящее, вот это и есть изюминка каждого фестиваля. И кроме того, каждый фестиваль – это разные фильмы. А задача фестиваля, продолжает программный директор, напомнить людям, что кино – это волшебное искусство. Уже в 6-й раз жители Чувашии смогут прикоснуться к этому волшебному миру. Окажутся в центре киномарафона. Авторское, конкурсное кино, ретроспектива, встречи с артистами и режиссерами, творческие вечера и мастер-классы – все это в течение 5 фестивальных дней на самых разных площадках республики. Традиционная ночь в этом году будет посвящена классику советского кино Игорю Таланкину, скончавшемуся вот недавно. Ему исполнилось бы 80 лет. И эту ночь будет представлять его сын Дмитрий Таланкин, тоже кинорежиссер. Значит, она начнется картиной «Осень Чертанова», которую отец и сын Таланкина снимали вместе. Потом продолжится лентой «Сережа». Потом будет картина «Бесы». К утру уже лентой «Чайковский». Картина знаменитой 70-го года с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским в главной роли. Что касается авторской программы, то это будет в этом году программа Александра Анатольевича Прошкина, который уже с большим удовольствием согласился приехать и представить ее. В этом году будет затронута и спортивная тема. Составлением программы редких спортивных картин сейчас занимается киновед, режиссер Олег Ковалов. Кроме того, готовится специальная программа для детей. В нее войдут мультфильмы, в которых звучат песни Юрия Энтина. В этом году продолжит свою работу и киношкола Чебоксарского международного кинофестиваля. Откроется фестиваль картины Карена Шахназарова «Любовь в СССР». Это своего рода новая версия фильма «Исчезнувшая империя». После перемонтажа картина Шахназарова стала лиричнее, пронзительнее и короче, почти на 20 минут. Звездой открытия станет Татьяна Яковенко, которая и сыграла в этом фильме. Что касается жюри, состав его также уточняется. Пока свое согласие подтвердили киновед, кандидат искусствоведения Ольга Суркова и индийский продюсер Пракаш Шарма. Сейчас организаторы кинофестиваля подыскивают и площадки, на которых зрители смогут увидеть все конкурсные картины. Многие современные кинотеатры отказываются работать с пленкой, в некоторых уже даже нет специальной аппаратуры. Тем не менее, конкурсные фильмы смогут увидеть не только жители Чебоксар, но и Цивильска и Марпасада. Билеты на кинофестиваль по традиции можно будет бесплатно приобрести в кассах кинотеатров. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.